В Северном Казахстане с начала года на развитие сельского бизнеса направили больше миллиарда тенге. Благодаря госпрограмме развития продуктивной занятости и массового предпринимательства свыше 300 человек открыли или расширили свое дело. Подробности у Ирины Панфиловой. Айда, на. Янка, пошли. Айда. Семья Садуакасовых пока только делает первые шаги в семейном бизнесе. Сегодня в их подворье 72 головы КРС. 24 дойных буренки купили в кредит. 6 миллионов тенге взяли по госпрограмме развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Условия, говорят, выгодные. Всего 6% годовых. Это хороший бизнес, нравится. И нам хорошо, и людям хорошо. Сейчас вот деревни... У кого работ нету, те к нам придут на работу. Если все нормально будет, весной уже начнем, уже молоко, коров доить, уже на молоко будем сдавать. Фермеры уже наняли пастуха. Помимо коров, в хозяйстве разводят овец и лошадей. Сейчас идет заготовка сена, скоро будут покупать корма. Всего в этом году в Североказахстанской области по госпрограмме через фонд финансовой поддержки прокредитовали 303 проекта. Общая сумма выданных денег превысила 1 015 000 000 тенге. На развитие животноводства 206 проектов на сумму 543 миллиона 800 тысяч тенге. На оказание сферы услуг и прочие виды деятельности 71 проект на сумму 345 миллионов 500 тысяч тенге. На развитие растениеводства 26 проектов на сумму 129 миллионов 500 тысяч тенге. Всего в регионе 174 сельчанина благодаря госпрограмме открыли собственное дело, еще 129 расширили бизнес. Ирина Панфилова, Руслан Алиев, Тулиген Иманов и Дмитрий Рура. Северный Казахстан, Хабар 24.